Ноготь мне надо сделать. Вот этот. Привет, мои хорошие, с вами Селена. Мы собираемся супер жестко вообще. Сейчас последний день перед отъездом, и мне нужно опять кучу дел переделать. У меня башка уже взрывается, интернет тупит. Это больше всего, когда интернет тупит и компьютер тупит. И все медленно так делается. Меня это больше всего раздражает. И хочется быстрее выйти. Может быть, на улице начнутся дела побыстрее. Все, я сейчас беру малого, оставляю его маме, быстро гоню, делаю дела, жду Кристину сегодня, завтра утром у нас вылет. В общем, я думаю, что, наверное, мы начнем влог. У нас, кстати, уже холодно, я уже пацана одела в шапку, что криво как-то шапка сидит на тебе. Вообще, надо нормальную еще шапку поприкольнее купить. Я думаю, мы в Москве прошопимся. И вообще, перед отъездом надо еще чего-то тепленькое купить, я не знаю. Реально не знаешь, что одеть. Я вроде одела и костюмы, все, и все равно как-то вышло, и прям зябко, холодно. А в Москве еще холоднее. Не знаем, что одевать вообще. Надо думать еще будет. Все, чемодан буду собирать ночью. Все, поехали. Ну что, мы снова в фикс-прайсе. И, конечно же, перед отъездом хочу для вас снять видео фикс-прайс. Зашла и сразу вижу вот такие маленькие книжечки. У меня малой очень любит читать. И он единственное, что картонное, все сгрызает. То есть не читать, он любит смотреть картинки. Я ему читаю. Возьму вот такую, просто мне еще здесь нравится, что вот это можно погрызть. Может быть, он будет это грызть вместо картона. В общем, возьму на пробу. 55 рублей. Вот такая маленькая книжечка стоит. Сейчас что будет новое, буду показывать. Какой-то прикол увидела, до этого не видела. Это какая-то картина. А, коврик для компьютерной мышки, фоторамка. Сюда, наверное, можно ставить свое лицо и гонять мышкой по лицу себе. Кстати, надо ли мне коврик для мышки? А может, не надо? Я же переезжать собираюсь. Пока не надо. Буду под интерьер потом смотреть. Смотрю, иду, ничего особенного нового нет. Но вот такое вот что-то интересное. Да, надо было говорить, прям когда я вот это вот снимаю. Для девочек вот такая вот и вот такая конфетка. Ну, привлекли мое внимание, как на подарочек тоже можно малявочкам. Но я не буду брать. Кстати, вот такое зеркало, мой малой наступил на него, и ручка отвалилась. Печаль. Ну, у меня много зеркал. Опять. Завязала она с базаром своим. В общем, вот такая вот расческа, она вообще прозрачная, видите, у нее резиновые штучки такие. Просто у меня расчесок очень много дома, и я не хочу захламлять прям совсем квартиру. Но вот здесь желтенькие и вот такие вот. Мне кажется, прикольная расческа. У Кристинки у моей есть вот с такими мягкими зубками, и еще вот такие круглые появились. И мне кажется, прикольно. Ну вот, кому нужна расческа, можете, будете знать, что здесь есть. Кстати, напомнилось мне, я всегда вот с собой беру холодильники, сумки, чтобы там, знаете, еду, может быть, творожки для малого, или вот холодное, теплое, жаркое время года, чтобы не так быстро остужалась вода. Вот, кстати, аккумуляторы для холода здесь такие в виде киви. У меня, конечно, они по-другому выглядят, но это тоже прикольно. Я думаю, эти недолго будут держать холод, потому что у меня такие массивные, мощные эти аккумуляторы. Короче, ничего нового особо не вижу я. Мне кажется, что я просто уже скупила весь фикс-прайс. И для меня, конечно же, с новинками очень туго. Они привозят немножко новинок. Ну, короче, у меня начинается кризис, когда нету новинок. Или если они есть, то 1-2 штуки. Мне нужно, конечно же, новинок, чтобы я взяла пакет, чтобы я вам показала. Вот. Короче, у меня кризис начинается. Нечего брать. Я же не буду брать совсем то, что мне не нужно. Я беру то, что мне может пригодиться. Или кому-то я могу потом задарить. Ладно, поехали на почту. Я, конечно, кое-что взяла там. Так что, думаю, покажу. Будет интересно. На почту. У меня там 2 посылки как минимум лежит. Получила! Сначала думаю, блин, что мне там пришло из Казани? А потом вспомнила. Ну все, новые видосы ждите. Решила попытать счастье и заехать в фикс-прайс, который на ЖД вокзале. Может быть, там что-то бывает, отличаются товары. Ну просто не хочу вам показывать прям совсем три покупки свои. Ну что делать?
я нашла приколюхи. И, кстати, то, что я не буду брать, я вам покажу, что здесь есть. А вот такие вот прикольные блокнотики. Мамины туфли. Здесь внутри вот так вот. Еженедельник такой, очень интересный. Прикольно. Потом коты. Что-то с котами, с мышами тоже что-то записывать и картинки. Прикольно. Что еще? Блокноты всякие для деток. Короче, вот кто там рисовать, мама. Классно. Вот такой вот. Просто у меня блокнотов много, я не успеваю, честно говоря, даже их выпользовать. У меня была наклейка, которая как фонарик включается, и она горит кошечкой. Смотрите, какая прелесть. Взять, что ли? Батарейка в комплекте. Блин, уже сколько этого всего всякого у меня. Ура! Взяла, причем взяла такие приколюхи, блин, которые еще не было, которые я не встречала и не видела. И мне кайф попробовать и вам показать. Я думаю, вам тоже будет интересно. Так что все, я поняла. Нужно просто, когда кризис, сходить в один фикс-прайс, в другой, в третий, и ты обязательно найдешь что-то такое, чего у вас нету. Вот, так что теперь я довольна, а теперь будет полное видео интересных вещей. Ну вот сейчас я шла по вокзалу, потом ехала, и я чувствую внутри меня такое что-то, знаете, такое вселяется. И я понимаю, что какое-то чувство, я думаю, что, вот я его пытаюсь поймать, что именно мне нравится. И вот еду и понимаю, что я люблю вокзал, потому что с вокзалом связаны перемены. То есть ты куда-то едешь, у тебя будет что-то новое. И я в таком вот ожидании, что... Да я даже вокзалы люблю больше, чем аэропорты, потому что... Или аэропорта, не знаю, как правильно, я не помню, точнее, не суть важно. Это для тех, у кого режет уши. Я просто в молодости, да, оно же все идет из прошлого, да, чем больше было перемен в прошлом, а я много путешествовала, и вот Москва, я помню, когда я только переезжала в Москву, я каждый месяц приезжала в Ростов, я просто не могла, даже я вам так скажу, не знаю, 3 недели, и я в Ростов, мне тяжело там было первый год, поэтому вокзалы, постоянные вот эти переезды, и из Ростова, своего маленького такого городишки, по сравнению с Москвой, где тебя ждет куча всего, где ты не знаешь, как и что, и ты одна там, и тебе нужно выживать, и, в общем-то, прикольно в этом, во всем. Ну, как одна, у меня были какая-то помощь была там подруги, но все равно я же всегда рассчитываю на себя, поэтому, ну, я старалась не рассчитывать на чью-то помощь, и всегда пробивала себе дорогу сама, вот, и это круто, я обожаю перемены, и, конечно же, не затея перемены, которые, может быть, такие горестные какие-то, да. Я даже не хочу говорить сейчас о чем конкретно, что аккумулятор сел, я его сейчас зарядила. Но я к тому, что я люблю перемены, и для меня перемены, ну, даже вот что касалось, знаете, вот расставания с молодыми людьми, это тоже только в молодости у меня вызывало это какое-то, знаете, переживание там, да, а в будущем, в следующем я понимала, что просто так люди не расстаются. Если они расстаются, то значит уже ничего хорошего нет. Либо вас не любят, либо вас не ценят, либо вы уже не любите, либо вы уже не цените. И в любом случае, если это все идет к расставанию, да, что касается молодых людей, то это всегда к лучшему. По-любому вы сделаете выводы, если вы не глупый человек, вы найдете что-то лучшее, в жизни у вас все будет хорошо. Поэтому, девочки, я вас уверяю, если у вас все в отношениях идет к расставанию, не бойтесь, не держитесь за эти отношения, расставайтесь и плывите просто в океан этой жизни. Она такая большая, она такая крутая, в ней столько интересного. Доверяйте себе, стремитесь к свету вообще, и он будет у вас, он вас как озарит, как схватит этот свет. Палетка у меня. Сейчас это, в солярий пойду, кофе возьму себе, сейчас в солярий пойду и все это сотру. Вот, и я прям проезжала вокзал сейчас, и я говорю прям вот так. Ой, класс. Вот.
Я не знаю, я знаю, что люди, которые много путешествуют, и я в свое время много путешествовала, ездила, и мне, честно говоря, задолбало это. И я прям хотела, наоборот, дом, уют, чтобы уже никуда не бежать. Но как только ты получаешь дом и уют, тебе сразу хочется со своей семьей, со всем, опять же, куда-то путешествовать, новые впечатления и все такое. Девчонки и мальчишки, кто смотрит меня, я желаю вам, на самом деле, даже... Когда мы такие люди, мы желаем все время чего-то того, чего у нас нету. И я желаю каждый раз, чтобы у вас было желание чего-то, и чтобы были возможности это чего-то всегда реализовывать в свою жизнь. И пусть это не будет что-то одно раз, вы сделали и сидите на месте ровно и кайфуете. Но даже если это так, пусть оно будет так. Но так как мы такие люди, да, что у нас всегда все меняется внутри, да, на самом деле это очень классное качество любить перемены, потому что не все люди любят перемены, они бывают там переезды какие-то, расставания, там смена работы, бывает все очень тяжело, люди бывают вот, знаете, наработали что-то одно себе, они знают вот в чем-то, да, и когда какие-то перемены в жизни, им что-то нужно менять, они немного теряются, как бы начинаются депрессии какие-то это, поэтому перемены нужно любить, они составляют нашу жизнь, в принципе, нет ничего постоянного, да, в этом мире, найдите хоть что-то постоянное, даже те же камни омывает вода, они мельчают, и вон, пожалуйста, и стекла, и все, казалось бы, твердое такое и вечное, все разрушается, все испаряется, даже наша земля какое-то время существует, потом исчезает. И я к тому, что это я беру глобальные вещи такие, казалось бы, да, вечные, но что касается нашей жизни, что касается наших эмоций, наших желаний, и вот то, что вот нас окружают, какие-то люди, наша жизнь, да, все настолько временно, поэтому, скорее всего, наши желания будут меняться, и хорошо, чтобы у нас были возможности реализовывать эти желания. И такая вся жизнь у нас пройдет. Раз что-то пожелал, стремишься такой, получил, раз захотел что-то другое, стремишься, получил. Клево, да? И я все это вам желаю. Что-то меня прорвало. Я надеюсь, тут на Красноармейской не эвакуируют машины. Что-то я вышла, подумала, что там в одном месте поставили. Оказывается, в другом. И вроде бы она еще стоит. Так, я хочу на улице попить кофе. Я взяла... Ой, спрячься, сюшки мои. В Subway взяла кофе. Хотела взять в пицце. Кстати, на Красноармейской пиццерии давно-давно. Там пела моя мама. Было это модно, круто. У нее было море поклонников, которые нам с братом всегда дарили всякие вкусняшки, когда мы к ней приходили. Вот. А я сейчас пришла в солнечный рай солярий. Да, прорекламирую их. Они, не знаю даже, никаких бонусов и скидок мне за это нету. Ну просто я от души хочу рассказать о них, потому что они мне нравятся. Я у них уже 5 раз, по-моему, была. Честно, результат прям вот сразу налицо. Прям на лицо, да. Вчера сходила, лишнюю минутку взяла и сгорела. Вот. Прям на лицо результат. Но уже прошло через день, и я сейчас перед отъездом как раз схожу. Хочу сходить, потому что... Ну, в Москве еще тоже схожу, но вот я хочу тут сходить еще. От администратора вышла. Кстати, администратор похожа на мою подружку. Одну в Москве, которая живет, которую зовут Кристина. Кристина, если ты смотришь меня, знай, что тут девочка на тебя похожа. Очень. Мега красиво. Может, это сделать заставку к моему видео? А, еще я взяла в Subway. Для рекламы Subway, да, пошла. Ну просто он здесь был рядом, больше ничего рядом особо не было. Я взяла снэк. Вообще, я просто вот хлебушек с сыром погрызть. Ни разу не брала до этого такой хлеб с сыром просто. Села на бетон вообще, короче, я. Ну ничего так. Хлебушек свежий, сырок обычный. Кофеек тоже ничего так. В общем, ем и загорать. А вообще французский багет с сыром и с кофе. Это так по-французски. Что-то мне захотелось ничего лишнего вот в этот хлеб не ложить. А именно с сырочком. На улице прохладно. Я вот в костюме просто, да, в своем. Такая.
Камера, она еще так смешно делает, когда сверху так снимает. В общем, такая погода, знаете, вот уже между теплом и холодом, ближе к холоду. Стройка, работают люди. А я кофе пью с французским багетом. И сразу хочется сказать: «Je parle français, je parle français». Не, боже. И сразу хочется сказать: «Je parle français». Пошла загорать. «Je parle français». Лучше песню спеть какую-нибудь. Но я сразу забыла все французские песни напрочь. Вышла из солярия, и мне кажется, что я вообще такая загорешка. Я не знаю, только свет. Но здесь не видно, здесь такой свет, но я вышла прям вообще загорешка. Вы видели? Какие классные у меня сережки. Кстати, смотрю на свой цвет, как он переливается. Вообще, это 100%, что я хотела. Короче, буду думать над тем, чтобы сделать такие все волосы. У меня девчонки давали много рекомендаций. Корректоры туда повмешать, вот сюда повставлять. Потом она более процентом высокий. Короче, я посмотрю, подумаю. Но я хочу, чтобы вот такие волосы были, как кончики. Все. Вышла с солярия, и как-то, знаете, жарко на улице. Прям я подразделась чуток. Не знаю, что делать. У меня до моих ноготь мне надо сделать. Вот этот. Вы не подумайте, я вам ничего не показываю. Просто вот этот ноготь надо сделать. Он у меня откололся кусочек. 3 часа еще. 2,5, считай. Надо что-то полезное сделать. Я не могу вот так вот просто вот. Вот у меня не было вот за все время, сколько, я не знаю, если я помню уже после того, как я родила, не было ни разу времени, чтобы я такая села, типа, отдыхаю, кайфую. Не, вот пока ребенок, вот не присядешь даже вот так, не покайфуешь. Реально. Только если с ребенком. То есть ребенок рядом ползает, да, и я тогда ложусь, втыкаю в телефон, я лежу. А если ребенка со мной рядом нет, я его кому-то оставила, я ни в коем случае себе не позволяю этого. Не знаю, может быть, и надо было бы позволить, может быть, и позволю как-нибудь, но как-то не получается. Время не резиновое, и его все время не хватает. Задолбало время, растянись, блин. Приобрела себе набор, на самом деле, кучу вот таких матовых помад. Купила у нас тут в магазине косметики. Что-то мне Кали больше нравится. Хотя эти быстрее сохнут. Но они какие-то запах у них не... У Кайли приятный запах, у этого даже иногда красишь, и кажется, что какой-то краской прям красишь. Хотя сейчас запаха нет никакого. Чуть-чуть какой-то. Ну как ничего, да? Зашла в солярий, администратор мне говорит: «О, у вас такие губы, прям губы так красиво». Но у меня та помада стерлась уже, а это чуть темнее. Надо было вот этой красить, чуть светлее которая. А я взяла та, которая темнее. Ну ничего, и так тоже хорошо. Алло. Крошка моя, ну что ты? Что ты? А, ты уже полным ходом готовишься к отъезду? Так, ну что, во сколько тебя, вы во сколько решили-то ехать-то до меня? Я же соскучилась, как бы соскучилась, поэтому как бы спрашиваю. Нет, сейчас вот у меня в 7 часов ноготок сделают мне, я забираю малого и домой. Мы приехали домой. Иди покажись, ты сегодня вообще хоть показывалась зрителям? Ну хоть поздоровайся. О, мой сладкий мальчик, скажи привет. Да. Да. Мой сладкий зайчик. Вот люблю матовые помады за то, что можно шину целовать. Без следов. За это любишь матовые помады? Что мама целует и нет следов на твоем лице. Че ты тут играешь? Что это за игрушка? Это игрушка-развивалка. Да? Тут нужно вот эти вот штучки. Их нужно гонять. Мышку надо ловить. Да, мышка. Мышка такая раз-раз-раз-раз.
Мышка такая побежала, побежала, мышка побежала, побежала. Ну иди, 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 играй. Я тебе, кстати, еще игрушки купила. Сейчас дам. Ждем Кристинку, да? С отъездом меряю малому одежду, которая в прошлом году, которую мы носили. Вот. Нормально тебе, как зовут? Или Майло? Не, ну я вижу, что тебе мало, тебе мало. Я вижу, что тебе мало. Но нам, мы в Москве только купим, зайка. Уже маме не было времени сейчас покупать. Мало, что-то мало. И вот это, скажи, я уже хожу ногами. Что это такое? Да? Не, ну на крайняк можно, если прям замерзнешь, одену тебя. Не нравится тебе? Капюшон вон надела, смотри. Ну все, ладно, я тебя раздеваю. Свет какой-то непонятный тут у меня. Короче, померили еще одну вот эту вот куртку, которая, по идее, смотрите, по идее, она, ну как бы, он маленький был, он прям в ней болтался. Здесь вот, вот не было вот этого, здесь змейка такая убирается, здесь застегивается все, он на нас был большеват. Сейчас он померил, короче, я просто не стала вам показывать, как я тут мучила ребенка. Капюшон надела, и он вот так, у него все затянулось, вот так он такой идет. Руки назад, я говорю, за, я вижу, вижу, что он маленький на тебе, капризничает. Я говорю, все, все, я тебе новый куплю. Короче, вообще трындец. Будем справляться штанами, футболка. Вот тут у меня есть отдельно. Вот это было на него тоже еще большое в прошлом году. Желтый мы купили. Короче, кое-как мы доедем до Москвы и сразу же поедем в торговый центр покупать новые вещи. Охренеть, а мне сказали, что это типа вообще надолго. Вот в Мазерке мы брали вот это вот. И нам сказали, что это на 2 сезона по-любому. Я еще взяла такой чуть на вырост. Нифига. Все. Ему вот это вот место, вот это, оно мало. Охренеть. Охренеть. Боже, как быстро растут дети. Ай, дети, баба, здрасте. Привет. Кристинка, Кристинка. Картинка. Ура, мы уезжаем. Привет. Скажи Кристинку привет. Да ты красотка, как всегда. Все размазалось. Фокус. До свидания. Сама красивая, значит. А чего красивая? Да хорошо ты выглядишь, ты прям как девочка, кстати, вообще. Как будто минус 10 лет сразу. Пробор, нет. Да все отлично. Ну дайте я вас поцелую. Привет. Там растёшь не по дням, а по часам. Поцелуй двух любящих сердец. Раздевайся, заходи. Смотрите, у ребенка счастье. У ребенка счастье. Ну покажи счастье свое. Ой, кнопочки. Кнопочки, да? Давай, давай все нажимать. Из розетки выключено. Все, нажимай. Крути все. Давай. Ух ты! Так-то мама в такое не пускает, да? Это классно. О, а в ящик еще, в ящик. В ящик скорее лезь. А где твой стол классный, Дэнь? Где стол такой, игрушка? Стол-игрушка. Нет, вот это тебе больше нравится. Ой, сколько кнопок. Смотри, нажимать можно, смотри. А ну-ка, скорее нажимай. Кнопочку. Смотри, кнопочка. Нажимай. Вот она, кнопочка. Нажимай. Не хочешь? Нет, если бы мне нельзя было нажимать, я бы нажала. Все, нельзя. Дэня, нельзя, не трогай. Не трогай, не надо. Он такой, что может поднять эту штуку и потащить ее куда-нибудь. Мужик у меня. Тяжелый. Тяжелый. Сильный. Разбирается, короче, с техникой пока. Давай, разберись там, если что-то маме нужно будет помочь, там сделать, не работать будет что-то, ты поможешь. Да? Дэнь. А вот это можно? Я хочу стереть губы, и на самом деле заметила, что простой мицелляркой или, ну, чем-то, да, оно не стирается. Вот у меня от Faberlic здесь жидкость для снятия макияжа водостойкого. И вот водостойкой на самом деле смывают хорошо эти матовые помады, потому что их даже не смоешь, блин, настолько они стойкие, их даже не смоешь мылом. А вот
Вот так вот. О, вот так. Крис. Очень красиво. Мне кажется, это знаешь, как порватые джинсы? Когда-то тоже было это не совсем понятно. Дэнь. Дэнь. Дэнь, смотри сюда, Дэнь. Ну, Дэнь. О, Господи. Ну, это просто не так, как я сейчас. Это я специально, чтобы поржать. А аккуратненько. Дэнечка, не упади, пожалуйста, зайка там. Сейчас мы просто возьмем все время свежие. Ой-ой-ой! Все время свежие салфетки. И вот здесь их берем. Ну, вы поняли, да? Пол морды красная. Все, Крис, мы идем чай пить, и потом буду собирать чемодан. Что произошло? Скажем всем. У меня до сих пор пол морды красные, но ничего, натерли. Что сына сделал? Иди сюда, идите сюда, садитесь. Мы сыну покажем. Он еще не понимает, что я хвалю. Я слышала, что за это не хвалят. Но сына сейчас. Это победные эти. Сходил сам на горшок. Я говорю, Зая, он идет в ванну. Я говорю, Зая, что ты там делаешь? Захожу в ванну, он садится на горшок, прям в памперсе. Я ему снимаю памперсы. Он садится, снимает их полностью вот так с ног. И писает. Встал, посмотрел. Я говорю, ты такой молодец. Мы его сажали всего лишь на горшок 3 раза за все это время. Я его дома однажды садила. Мама когда-то давно садила. Она говорит, ну нифига, он не понимает пока. И в Ялте, когда мы были, бабушка тоже высадила. Она говорит, полчаса сидел на горшке. Просто так. А тут сходил. Ну посмотрим, как дальше. Но это уже хорошо. Я просто слышала, что не хвалят детей за это, потому что это естественные такие моменты. Как бы не нужно его хвалить за это. Где какой-то психолог на Ютубе вот говорил об этом. Я уже не вспомню. Но первый раз. Привет, девчонки! А точнее, доброе утро, потому что утро у сынки недоброе. Я его еле одела, он спал такой, не хотел вставать. Сел в такси, приехали мы. Вот она, наша Кристинка. Она вечно что-то там ковыряет. Ну ты в тени, не переживай. Она собирается к отлету. Надевают теплые носки. Мы, в общем, кофе заказали, и я голодная, я заказала борща. Дань, куда ты собралась? Ты хочешь погулять, походить? Иди. А, это Кристинки, моя жопочка. Ой, Кристина, скажи, возьми меня. Возьми меня, Кристиночка, на руку. Вот, я не стала снимать в такси, и вот это все у нас без регистрации. Без регистрации, господи, нас без очереди зарегистрировали. С ребенком, кстати, без очереди регистрации. Это очень классное условие в аэропорт. В аэропорте. Как правильно, я не знаю. Вот, все, я хочу сейчас сожрать. Взяла, делать свой костюм новый, помните? Такая мега-звезда, короче. В общем, если меня увидите, сразу понятно, Селена, Вселенная, подходите фоткаться. Так, и что еще? Что еще? Все. Мой злой. Они нежатся они тут. Ну что, у нас задержка рейса с 9:40 на 11:00. Мы нашли диван уютный. Кристинка вон опять, как всегда, где-то ковыряется. Что-то ищет. Снимает волна. Дэнь, спать не хочешь? Хочешь дотронуться до всего мира? До всех девчонок сразу дотронуться хочешь? Как мама будила тебя сегодня? Одевала сонного. Ой, да там, тут у нас этот, телевизор. Я думаю, чего это он куда уставил, все смотрят. Моя жопочка. Че, меню посмотрим, может, что-нибудь возьмем? У нас так долго сидит, надо что-нибудь взять. Надо что-нибудь взять. Что это, ладушки играют? Сидим, кукуем. Справа Денька играет с машинкой. Слева Кристинка пьет кофе. Смотри, какая ты красотка.
Даже не накрашенные, одни губы. А там, да. А там свет? Да, и такое зеркало какое-то, я посмотрела. А вот так еще лучше глянуть. Темнота, друг, молодежь. В темноте не видно рожи. Короче, сидим гуком, я впервые вообще растерялась, что к чему, задержка, когда нам теперь выходить. Все люди идут к нашему выходу, оказывается, другой рейс. Фокус. Мать его, фокус. Все, иди в жопу. Лед тронулся, не прошло и века. Ты рада? Да, очень. Дэнь, ты рад? Дэнь, ты рад? Что, ему все равно. Самолетом. Ура, мы наконец-то набагажные полки с аварийным оборудованием. Самолет. Если вам нужна помощь, обращайтесь к бортпроводникам. А, ты постоянно счастлива? Я всегда счастлива, потому что я посмотрю технику. Возле кошка. Крис, вот я всегда держу стабилизацию, ты взялась за камеру, и все началось. Посмотрите, где я его, смотрите. Ты бы сказала, что ты хочешь. Я бы показала. Короче, нас полчаса держали в закрытом автобусе. Сначала возле аэропорта, а потом возле самолета. Я уже начала кипишевать, я уже начала пробираться к водителю, но он, по-моему, увидел, что я к нему иду, и сразу открыл дверь. Сначала мысли прочитала. Да, и всех выпустил. Но сын держался достойно. Мама более кипишная. Слушай, люди, камера хорошая. Ничего так, кажется. Ну все, тогда мы уже встретимся в Москве. А что малыш делает? Скажи, я разбираюсь тут с ремнями безопасности, чтобы полет был безопасным. Ура, мы прилетели! Москва, привет! У вас тут вообще так холодно, жесть просто! Знаете, мы приехали, Крис уже в пижаме, малышня тут, это Марка, все игрушки, пока Марка нет, пользуется всеми игрушками, всеми благами. У меня вскочила простуда на губе, но вот здесь так не видно особо и хорошо. Мы ждем Любашку, скоро она придет. Короче, я так устала, просто невозможно. Мне кажется, я бы сейчас вот так вот просто и вырубилась. Я очень хочу спать, но малой поспал в дороге. Я так надеялась, что просто мы придем, и я урву хотя бы часик с ним поспать. Ну нифига, он проснулся прямо перед самым открытием двери в дом. Все, открыл глазки, теперь гоняет. И маме не поспать. А я настолько хочу спать, что просто мне тошнит. Вот, короче, сейчас приду в себя, схожу в магазин, куплю всякие вкусняшки. Мы будем пить чай, а к вечеру будем ждать Любашку, закажем суши. Вот, и я не знаю... Ну, может, еще не буду с вами прощаться. Потом попрощаюсь. Ладно, вечер. Губы высохли еще. Высохли фонтаны, высохли губаны. Дэня, Дэнь, иди сюда, поздоровайся. Дэнь. Дэня. Там. Что там, что там, кто там? Иди сюда. Дэнь, иди скажи привет всем. Иди сюда. Дэнь. Дэня, глянь. Там Кристине заглядываешь? Ой, что там Кристина делает? Дэня. Дэнь. Дэнь. Ну, Дэнь. Не делай вид, что ты меня не видишь и не слышишь. Подойди к маме. К маме подойди. Да никак. Крис читает его мысли. Да никак, ага! Бибика! Рули! Едь! У меня две простуды на губе. Любашка приехала. Всем привет! Будем пить настоящий. Настоящий? Да, знаешь, сколько он стоит? 20 евро.
Охренеть, а я купила говно какое-то. Все, открывайте, будем пить. А что это, шампанское или вино? Нет, вино итальянское. Клява-клява, из самой Италии. Все, идите. Навстречу сейчас будем пить. Давай. Мы заказали сушки. Сейчас будем есть сушки, пить вино. А я взяла вот здесь вот рядом, не в ларьке, но это Магнит или Пятерочка, или что-то здесь такое есть рядышком. Я взяла Боско розовый. Я, честно говоря, не разбираюсь. Я вот смотрю. Пиногриджо. Красиво. А, пиногриджо. Это мой любимый. Но из самой Италии, вдохнем Италии немножко. Я сейчас провела прямой эфир, мы так классно посидели с Крестюшкой, поболтали, пока ждали Любашку. Вот, сейчас мы, в общем-то, нападем на суши, будем кушать, выпивать, и потом будем спать, главное не разбудить малыша. И я хочу закончить влог, я хочу с вами попрощаться, и завтра новый день, и завтра будет новый влог. Какие-то подписки. Короче, я буду сейчас рассматривать, что ты там все набрала. Духи. Давай, они такие дорогие, на. Я хочу понюхать. Я хочу понюхать и все померить. А? Что это? Опиум. Опиум? Классный, кстати, опиум. Офигенно, но они стоят 130 евро. А ты где покупала? Ой, это я покупала в Греции. Да, это в Греции. Они у меня закончились. Короче, столько всего прикольного и... Все. Сейчас. Все. Я хочу все мерить. Все, я вас люблю, целую. До следующего влога.